Тема нашей программы, думаю, заинтересует сегодня практически всех наших телезрителей, потому что касается она всех и каждого. Сегодня обсуждаем обязательное медицинское страхование. Итак, что дадут нам эти нововведения, сколько и как мы будем отчислять в счет своего здоровья, и главное, как изменится качество предоставляемых нам медицинских услуг. На эти и многие другие вопросы ответит гость нашей программы, известный врач, доктор медицинских наук, председатель правления акционерного общества Национальный научный медицинский центр Абай Байгенжин. Добро пожаловать в нашу студию, Абай. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем вот с чего. Да? Сколько и как мы должны платить саму схему? Что даст нам этот закон? Во-первых, я хочу сказать, что существует такое расхожее мнение, что введение обязательного медицинского страхования снизит уровень поступления финансовых средств. Есть и такое мнение. Да, я хочу сказать, что это совершенно не так. Дело в том, что существующие финансирование размером где-то порядка 700 миллиардов тенге, они сохраняются. Угу. То есть они сохраняются в рамках гарантированного объема государственной медицинской помощи. Те деньги, которые будут собираться фондом обязательного социально-медицинского страхования, это дополнительные деньги. То есть... На что они будут потрачены? Они будут направлены конкретно на улучшение и расширение всех медицинских услуг, улучшение, во-первых, качества, улучшение лекарственного обеспечения. Заработная плата врачей. Заработная плата врачей, расширение объема дорогих медицинских технологий, капитальные затраты на содержание больниц и лечебных организаций, ну и просто. То есть, одним словом, есть куда потратить, да? То есть, конечно, сегодня в среднем мы в год тратим 3,5% от внутреннего валового продукта на здравоохранение. В то время как наш ближайший сосед Россия выделяет до 5%. А страны ОСР 8-9%. То есть мы намного не дотягиваем. А с введением обязательного социально-медицинского страхования этот процент увеличится, где-то мы предполагаем, до 4,5%. Это будет значительный подспорье. Ну, конечно, хороший показатель. Да, значительный подспорье. Давайте поэтапно рассмотрим. Как и с какого года казахстанец должен платить кому и сколько, самое главное? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в первую очередь... Вот, можно я сразу разделю? Давайте. Для того, чтобы было понятнее, да, нашим телезрителям. У нас на сегодняшний день за здравоохранение, за здоровье граждан Казахстана отвечает только государство. Угу. Ни работодатель, ни тем более мы с вами как работники. А теперь с введением обязательного социально-медицинского страхования становится три соплательщика. Так. Государство берет на себя, как конституционный гарант, оплату за неработающее население, их 12 подгрупп, за декретированную группу населения. И начнет... То есть это пенсионеры, это дети, инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны. Их группа очень большая. Я могу сейчас даже перечислить, сколько их. Это не будет лишним, думаю. Так? Да, это дети, многодетные матери, участники, инвалиды Великой Отечественной войны. Инвалиды, лица, зарегистрированные в качестве безработных, лица, обучающиеся по очной форме обучения. Студенты. Лица, обучающиеся, воспитывающие в интернатах и детских домах, лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением или усыновлением ребенка, неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения их возраста. Здесь есть один пункт, конечно, это относительно неработающих лиц. Но к этому мы сейчас вернемся. Итак, пенсионеры, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, сотрудники правоохранительных органов. Вот эти три группы, за них... Ну, работодатель, он нет, и так государство не платит, получается, да? За это оплачивает государство. Вот. Они будут получать лечение в своих ведомственных организациях. А за 12 групп, которые мы сейчас сказали, это будет платить государство. Да. Это с одной стороны. Порядок какой? Начиная с июля 2017 года, государство начинает платить вот за перечисленные 12 категорий больных в размере 4% от среднемесячной зарплаты.
Это будет продолжаться 2 года. Через 2 года этот процент увеличивается на 1 и становится 5%. И это будет продолжаться до 2023 года. А начиная с 2023 года 6% в течение года, а с 2024 года уже будет продолжаться 7%. И все, и дальше расти и не все, будет. Дальше расти не будет. Это то, что будет платить государство за гражданина. Это то, что платить будет государство. Теперь работодатель тоже должен нести ответственность за своего работника, потому что он должен создать ему условия труда, обеспечить ему вовремя отпуск, там, допустим, ну, все, все свои многие социальные обязательства. Конечно. И он начнет платить, начиная с 2017 года, 2%. От заработной платы каждого работника. Он начнет теперь платить уже со своего дохода. Угу, так. Вот. А начиная уже с 2020 года, он начнет платить 5% от своего дохода. И на этом заканчивается. Ежегодно он будет платить 5% от своего ежегодного дохода за своих работников. К этому мы тоже чуть-чуть попозже вернемся. Так. И, наконец, мы с вами... То есть работники. Мы так называемые наемные работники. И мы также будем платить, но уже начинаем платить с 2019 года. 1%. Не с июля 2017 года? Нет. Так. Мы платим только лишь начиная с 2019 года. 1% от нашего дохода ежемесячно. Uh-huh. Допустим, если мы с вами наемные работники, например, если у нас 100 тысяч месячная заработная плата, то 1% это будет 1 тысяча, и она будет уходить в фонд государства. И начиная с 2020 года этот процент будет удваиваться, то есть 2%. И оно больше повышаться для нас с вами, работников, не будет. Учитывая, что за меня еще будет платить и работодатель, и, соответственно, государство. Совершенно верно. Давайте теперь вот к чему, да, вернемся. Что это даст нам в итоге, нам с вами, рядовым гражданам? В итоге мы... Получаем, добиваемся улучшения качества медицинских услуг. Будет увеличиваться заработная плата, я думаю, в первую очередь о медицинских работниках. Конечно. Они будут получать намного более заработную, большую заработную плату. И тем самым они будут заинтересованы в том, чтобы оказать качественные медицинские услуги. Второе. Все лечебные организации страны, которые задействованы будут в оказании государственных услуг при фонде обязательного медицинского страхования, будут вынуждены подтягивать качество своего уровня исследования, оказания лекарственной помощи, оказания квалифицированной медицинской помощи. Для этого они будут стараться брать квалифицированных врачей. Потому что это конкурентная среда, потому что куда бы я ни пришел, в какое медицинское учреждение, за меня... За мной идут, грубо говоря, деньги. Совершенно верно. Сохраняется принцип выбора каждым гражданином Казахстана лечебной организации, где он хочет лечиться. Находясь здесь, скажем, в Астане, я могу получить медицинские услуги, скажем, в Алматы или в Актюбинске, или в Актюбе, или в Шымкенте. Можете, это мое право. Можете. Для этого нужна только лишь ваше удостоверение. Она вбивается... ИИН вбивается там, определяется, ага, этот человек застрахован. А возвращаясь к тем 12, да, неработающие. Неработающие. Вот, скажем, мы с вами будем платить по одному, дальше по 2%, а неработающие. Я не говорю о вот о декретированных, о нетрудоспособных людях, о пенсионерах, о детях, о студентах. Я говорю о тех безработных, которые, ну, вроде бы руки и ноги есть, но не хочет он работать. Ну, есть, к сожалению, у нас да, такие есть вот такая иждивенческие категория, настроения. Так? Да, есть такая категория людей, но они, в первую очередь, должны зарегистрироваться в налоговых органах, как безработные. Им в течение полугода максимально будут оплачиваться средства по содержанию. А по истечении этого времени он должен или переучиться. Надо же узнавать, по какой причине он не может устроиться на работу. Если он... То есть он может переквалифицироваться, по крайней мере, сделать так, чтобы хоть 1% своего, пожалуй, даже и небольшого в первое время дохода, конечно, но он за счет государства. И второй вопрос, который я хотел вам задать по поводу 1% от дохода, да?
работодателя. Скажем, я работаю, ну, в бюджетной организации, да, как мы с вами. А есть, например, национальные компании. КТЖ, Казмунайгаз, то есть те компании, которые, ну, их доходы, скажем, с нашими не сравнить. Вот как здесь быть? Приходит, скажем, человек, который работает в одной из национальных компаний, соответственно, за ним идут больше деньги, чем за мной или за вами. Ему будет оказываться лучше помощь, или же у нас это будет наравне? Вот на то и существует солидарная ответственность. Так. Здоровый платит за больного, молодой за старого. То есть здесь такая ситуация. Все финансовые средства аккумулируются в одном месте, которые проплачиваются для нас с вами банком второго уровня, а государство за свою группу декретированную платит через казначейство. Эти деньги контролируются национальным банком. То есть они не будут иметь возможность для использования в каких-то коммерческих целях финансовые средства. Второе. Деньги, которые поступили от таких крупных организаций, деньги, которые поступили от нас, все они содержатся в одном месте. Аккумулируются, то есть в одном да. фонде. И это принцип солидарной ответственности говорит о том, что каждый гражданин Республики Казахстан будет иметь право получения одинаковых медицинских услуг на самом высоком уровне. Вот это вот хорошо. А теперь скажите, вот по этому поводу, по поводу обязательного медицинского страхования, есть еще и, например, такие мнения, да, расхожие. Ну, сегодня говорим, и правда это насколько или нет. Все мы привыкли видеть, как на, скажем, том же Западе, да, возьмем в Америке. То есть человек приезжает, его госпитализируют, и вот он лежит и думает, делать ему операцию нет, в плане того, что есть у него деньги или нет. Вот смотрите, попадает у нас, скажем, гражданин, неработающий, временно неработающий, или что, с приступом, я не знаю, аппендицита. Приезжает он, будут врачи в первую очередь смотреть, что у него есть, сколько у него денег есть у него на его страховом счету, или вот как здесь быть? Если значит, у человека нет. В Соединенных Штатах Америки у них частная медицина, частное так. страхование. У нас мы с 2017 года переходим на смешанную форму. То есть у нас сохраняется государство и у нас сохраняется сам. Государственное и плюс к этому обязательное социальное медицинское так. страхование. Но для всех категорий граждан Казахстана это скорая помощь, санитарная авиация, медицинская помощь при социальных заболеваниях, теперь медицинская помощь при экстренных случаях. Обязательная профилактическая вакцинация будет проводиться бесплатно. То есть тот объем бесплатной медицинской помощи, который сегодня оказывается гражданину, он, скажем, в 17-м, в 19-м, 23-м, вне зависимости от развития системы. Каждый год он будет расширяться, потому что все-таки все зависит от того, от поступления финансовых средств. И я думаю, что он будет расширяться, углубляться, качество будет улучшаться. Но все эти направления будут обеспечены всем гражданам Республики Казахстан и даже зарубежным гостям, которые приедут в Казахстан, бесплатно. Готовы ли вы, я сейчас к вам как к руководителю к медицинского учреждения, медицинские учреждения нашей страны готовы сегодня к переходу к такой системе? Ну, конкретно касаясь Национального медицинского центра, мы, конечно, готовы. Мы уже аккредитованы. Мы имеем 5 звезд европейского уровня стандартов. Поэтому для нас это абсолютно никакой проблемы не составляет. Среди ваших коллег, среди врачей, это на самом деле здоровая конкуренция, которая, ну, я думаю, завтра даст просто толчок хорошей медицине. Потому что сегодня врач, который относится, ну, есть такие, да, есть и хорошие врачи, есть и врачи такие, которые, ну, не с такой большой любовью относятся к своему делу. Да, уже. Готовы ли они к конкуренции к такой? Вот это очень интересный вопрос. Здесь будет дифференцированная оплата труда. Доктор, который вкладывает всю свою душу, умение, профессионализм, и у него золотые руки, он, конечно, будет востребован и будет получать намного больше заработную плату, чем разгильдяй, лентяй, который... И это справедливо. Это справедливо. Большое спасибо вам, Абайка Быкаш, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Надеюсь, что с вами мы встретимся здесь на площадке программы интервью еще и не раз на самые интересные большое темы. Спасибо. И я хотел бы напомнить нашим телезрителям о том, что сегодня в гостях нашей студии был председатель правления акционерного общества Национальный научно-медицинский центр Абай Байгенжи.